Добрый день, наши милые зрительницы! Интернет-магазин «Серебряная птица» рад вновь представить вам обзор серебряных ювелирных украшений от ювелирного завода «Красная Пресня». Сегодня среди новинок у нас серебро с оксидированием, серебро с жемчугом, серебро без вставок. Все только самое лучшее и то, что вы любите и носите. Поэтому мы не видим причин откладывать далеко старт нашего обзора и начинаем прямо сейчас. И открывают наш обзор серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на украшениях – культивированный жемчуг. Только посмотрите, какие изысканные и благородные изделия на вашем экране. Они станут отличным дополнением к вашему праздничному наряду и подарят заряд уверенности и хорошего настроения. Приобретайте эти изделия по ссылкам в описании к видеоролику на нашем сайте serebrnaяптица.рф. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытиях оксидирования и вставка на изделиях культивированный жемчуг. Только посмотрите, какая нежность, какие утонченные узоры в дизайне серьгах и кольца. Хотите произвести сногсшибательное впечатление, тогда ваш выбор точно должен быть в пользу этого комплекта. Ну а для того, чтобы приобрести эти потрясающие изделия, переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте их на нашем сайте. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка – великолепный натуральный пегматит. Только посмотрите на эти уникальные изделия. Мы уверены, ваш образ заиграет с ними совершенно по-новому. Хотите стать обладательницей таких чудесных украшений? Тогда скорее переходите по ссылкам в описании к видеоролику и заказывайте их в свою коллекцию. Представляем вашему вниманию брошь из серебра 925 пробы. Покрытие изделия оксидирования, украшение без вставок. Стать вашим оригинальным аксессуаром вполне может вот такая брошь. Новинка от Красной Пресни. Скорее получите себе этот аксессуар в свою коллекцию. Сделать это можно очень просто. Перейти на наш сайт serebrnayaptitsa.rf и заказать там из каталога. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Также на серьгах есть эмаль и вставка искусственная шпинель зеленого цвета. Только посмотрите, какие озорные черные кошечки смотрят прямо на вас. Выбирайте покрытие на свой вкус и пусть эти серьги принесут вам только счастье и удачу. Ну а заказать их, как всегда, можно на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf. Переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте свой талисман. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы без покрытия и вставки везувиан и пенолит. Это натуральные минералы и больше ничего лишнего. Серьги-гвоздики, которые украсят ваш образ и придадут ему изюминку и уникальность. Скорее заказывайте эти серьги на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf, а также напоминаем, что в натуральных ставках вы можете уточнить у наших менеджеров плотность их вкраплений и интенсивность цвета. Переходите по ссылкам в описании к видео в наш каталог. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшение без вставок. Специально для тех, кто любит черненое серебро и витиеватые узоры. Статные, благородные изделия, которые прекрасно дополнят любой ваш образ, от праздничного до делового.
Выбирайте эти изделия на нашем сайте serebrnaya-ptitsa.rf и заказывайте их в коллекцию для себя и своих близких. Представляем вашему вниманию супер трендовые аксессуары. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования без вставок. Только посмотрите, какие неординарные и оригинальные изделия сейчас перед вами. В них вы точно не останетесь незамечены и получите массу комплиментов. Скорее заказывайте эту новинку в свою коллекцию, пока она еще есть в наличии на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf. Воплощайте свои ювелирные мечты, а мы с удовольствием вам в этом поможем. Представляем вашему вниманию кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка на украшениях фианит. Только посмотрите, какие утонченные и элегантные изделия. Они отлично украсят как деловой образ, так и вечернее платье. Эти аксессуары станут просто незаменимыми в вашей коллекции украшений. Обратите внимание, кольцо выглядит как утонченная печатка, которая сейчас очень в моде. Заказывайте эти украшения на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf, переходя по ссылкам в описании к видео. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на украшениях фианит. Посмотрите, какие лаконичные и элегантные изделия сейчас перед вами. И как играет и сверкает фианит. Они станут незаменимым дополнением к любому вашему образу и подойдут на любой случай. Переходите по ссылкам в описании к видеоролику и забирайте эти украшения в свою коллекцию аксессуаров. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшение без вставок, но зато смотрите, какой необыкновенный дизайн. Что напоминают вам эти украшения? Поделитесь с нами в комментариях и, конечно же, переходите по ссылкам в описании для того, чтобы заказать себе эти оригинальные украшения и подчеркнуть свой вкус. Ждем вас за покупками на сайте serebrnayaptitsa.rf. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшение без вставок. 2023 год считается годом кролика или кота. Посмотрите, какие украшения. Они как раз могут стать вашим талисманом на этот год. Заказывайте себе серьги и кольцо вместе или по отдельности. И собирайте удивленные и восхищенные взгляды. Переходите на наш сайт serebrnayaptitsa.rf для того, чтобы заказать эти украшения. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшение без вставок. И вновь украшение без камней, но с очень оригинальным дизайном на ваших экранах. Хотите себе такую в коллекцию? Тогда скорее переходите по ссылкам в описании к видеоролику и заказывайте эти украшения на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы в покрытиях оксидирования и золочения. Вставка на украшениях ювелирное стекло прециоза. Если вы в поисках подарка для юной модницы и любительницы украшений, то мы очень советуем вам присмотреться к этим серьгам. Выбирайте покрытие на свой вкус
и заказывайте их в нашем интернет-магазине serebrnayaptitsa.rf. В завершении нашего обзора мы представляем вот такую удивительную новинку. Это кольцо из серебра 925 пробы в покрытиях золочения, а также родирования. На кольце с золочением есть элементы выборочного родирования. Вставка – фианит. Только посмотрите, какое оригинальное украшение – сочетание солнца и луны. Серебра в золочении и серебра в родировании. Мы уверены, она станет вашим любимым аксессуаром. Поэтому скорее переходите по ссылкам в описании к видеоролику и заказывайте его в свою коллекцию украшений. Мы будем ждать новых встреч с вами в наших новых видеообзорах.